День рождения клуба – это ежегодное соревнование по ориентированию на внедорожниках, которые по традиции выпадают на последние выходные мая и проходят в Нерехотском районе. Поздравить клуб и поучаствовать в соревнованиях собрались 26 экипажей из Костромской области, Нерехотского района, а также с Ивановской и Ярославской областей. Соревнования проводились по трем категориям – спорт, туризм и АТВ – и проходили в три этапа линейного GPS-ориентирования. По заданию каждый экипаж должен был собрать максимальное количество точек, за которые получить определенное количество баллов. До начала соревнований все экипажи должны были пройти обязательную регистрацию. На брифинге все экипажи ознакомились с регламентом соревнований, получили точки первого этапа и после команды «Старт» двинулись в леса и болота за заветными точками. Первый этап трассы протяженностью около 2 километров и включавший в себя 10 точек был мокрый и сырой. Это ручьи, заводи и пруды. Некоторые из экипажей сломались уже на первых точках и сошли с соревнований. Второй этап, самый длинный, протяженностью около 10 километров, включал в себя 20 точек. Этот этап был более сухим, но в нем была трудная точка, расположенная на ковровом болоте, по которому не каждый осмелился пройти даже просто пешком. Но на удивление организаторов за эту точку бились все участники из категории «Спорт». Третий этап, завершающий протяженностью около 5 километров, включал в себя 10 точек. Сложность на этом этапе испытывали экипажи категории «Туризм». Этот этап включал в себя труднопроходимый участок, сложный для прохождения в этой категории соревнований. У участников была альтернатива объезда, но из-за большой удаленности от основной точки большинство экипажей пробивалось напрямую. Первое место в категории АТВ занял экипаж под номером 81 «Красавин Павел», максимальное количество баллов 94. С отрывом от второго места в одну минуту. Первое место в категории «Туризм» занял экипаж под номером 45, Тихонов Константин, Тихонов Иван, набравший 74 балла. Первое место в категории «Спорт» занял экипаж под номером 99, Лисовский Артем, набравший 88 баллов, с отрывом от второго места в 7 минут. Клуб Нерехотского внедорожного туризма благодарит всех, кто приехал отметить с нами наш день рождения. Здесь нет перекрестков и зебры нет, а есть иногда лишь солнце свет, а также дорога, ведущая за облака. Но выбор сделан, мы снова в пути, и если смелый с нами, иди. Но помни, что наша дорога совсем нелегка. Стальные кони вперед идут, и видно, еще не бывали тут ни люди, ни птицы, ни танки, ни даже зверье. Для верности другу в глаза взглянуть и, стиснув зубы, продолжим путь, припомнив тысячу слов на букву «Ё». Для верности другу в глаза взглянуть и, стиснув зубы, продолжим путь, припомнив тысячу слов на букву «Ё». Пробит протектор, посажен на днище, но голос твой по рации слышен, и помощь придет оттуда, откуда не ждал. И пусть подвела погодная сводка, но есть под рукой хайджек и лебедка, дуэт, который не раз тебя выручал. И пусть подвела погодная сводка, но есть под рукой хайджек и лебедка, дуэт, который не раз тебя выручал. И снова грязь, и снова ты по шноркелю вяз. Но кто-то с колонны уже на помощь спешит. Наградой за трудности будет привал, которого ты так долго ждал, и треск костра разлетится в таежной глуши. Кто с нами не ездил, тот не поймет, зачем мы ищем какой-то брод, когда можно просто проехать гуськом по мосту. Но мы верим в сильных духом людей и не предадим своих идей, и, может быть, даже найдем свою звезду. Пробит протектор, посажен на днище, но голос твой по рации слышен, и помощь придет оттуда, откуда не ждал. И пусть подвела погодная сводка, но есть под рукой хайджек и лебедка, дуэт, который не раз тебя выручал. И пусть подвела погодная сводка, но есть под рукой хайджек и лебедка, дуэт, который не раз тебя выручал.
пробит. Протектор посажен на днище, но голос твой по рации слышен. И в эти моменты мы чувствуем истинный драйв. И пусть подвели погодные сводки, но есть под рукой хайджек и лебедки. И все это мы называем трофи лайф. И пусть подвели погодные сводки, но есть под рукой хайджек и лебедки. И все это мы называем трофи лайф. Дни, секунды, часы пролетают недели. И на выходных мы мчимся скорее прочь из домов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели, где нет толчии и суеты ваших городов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели, где нет толчии и суеты больших городов. На покатушках отрываемся по выходным. От приключений, дороги, влечения и даже почти что не спим. Лебедка, хайджеки, тросы и много других причин дал. И пусть нам завидуют те, кто ни разу
конец ЖКХ. Проблем и с женой, и с кредитами банков. А есть только друг, что не забудет подкинуть тропу. И там, где увязнут легко без проблем и пехота, и танки, мы на шипы проложим, будь уверен, любую тропу. И там, где увязнут легко без проблем и пехота, и танки, мы на шипах проложим, будь уверен, любую тропу. Отрываемся по выходным, а за приключений, дороги, влечения, и даже почти что не спим. С тобой лебедка, хайджеки, тросы и много других причин дал. И пусть нам завидуют те, кто ни разу трофи лайф не познал. А вечером поздним у костра соберется колонна. Расскажем друг другу, как воевали вроде болот, о том, как сражались целый день супротив бурелома. А на следующий день нас трофи лайф опять позовет. На сотню сердце стучит, а под капотом надежный друг дизель рычит. Мы покоряем леса и веси, каждый бодр, полон сил и весел. Если с нами удача, сердца не примерят гранит. Мы покоряем леса и веси, каждый бодр, полон сил и весел. Если с нами удача, сердца не примерят гранит. Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. И пускай нам черт не товарищ, ангел не сват. А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги. А мы назло всем стихиям петляем, то в рай, то в ад. А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги. А мы назло всем стихиям петляем, то в рай, то в ад. И кубометры грязи на каждый борт, а мы бредем по воде, мы знаем, где брод. Вцепились в руль умелые руки, где вскачь летим, где ползем на брюхе. Если трос не предаст, то лебедка не подведет. Вцепились в руль умелые руки, где вскачь летим, где ползем на брюхе. Если трос не предаст, то лебедка не подведет. И совсем не беда, если мост посадил в колею. Хайджек и штурман помогут стальному коню. Для меня ничего дороже, чем верный друг и бездорожье. Еще километры пути к родному огню.
ничего дороже, чем верный друг и бездорожье. Еще километры пути к родному огню. Приезжаю, целую, спасибо, что дождалась. Мне в тайге не хватало твоих ненаглядных глаз. И мы чуток отдохнем на суше, но бездорожье потребует души. И вот протектор победно въезжает в великую грязь. И мы чуток отдохнем на суше, но бездорожье потребует души. И вот протектор победно въезжает в великую грязь.